Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и сегодня мы будем играть в игру Майнблокс. Это своего рода двухмерный Майнкрафт, так что фанаты Майнкрафта должны просто верещать от радости. Пуховой микроплей. Итак, как обычно в Майнкрафте, мы сначала создаем мир. Давайте создадим крутой мир. Крутой мир. С Блэк Джеком и шлюпками. Сейчас мы будем выживать в двухмерном Майнкрафте. Я даже не представляю, как это может быть. Ведь двухмерный Майнкрафт — это Террария, по сути. Но здесь нам, видимо, предлагают что-то совсем другое. Ну и, наверное, это будет интересно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Итак, друзья. Да, это, по сути, по-моему, то же самое, что и Террария. Я, по-моему, даже умер. Пострадал от того, что прыгнул с слишком большой высоты. Так, где у меня инвентарь? Бамбук. Зачем нам нужен бамбук? Мы из него, может быть, крафтить что-нибудь можем, нет? Так, а как? Как нам... Правая кнопка здесь на Shift. Ага. Крафтить мы, наверное, из бамбука ничего не можем. Ладно, я... В Майнкрафте, на самом деле, нубас. Я в него играл последний раз очень-очень давно. По крайней мере, так, серьезно играл в него, да? Так, ага, давайте дерево соберем. Вот из дерева мы точно сможем что-нибудь сделать. Сейчас какую-нибудь кирку себе, наверное, сделаем, да? Деревянную. Wooden planks. Окей. Забираем wooden планки, а из них делаем planks backdrop. Нужно ли оно нам? Вот, стик. Нам нужны палки. Давайте 12 палок сделаем. Что мы можем еще сделать? Ух ты, я смог сделать верстак. Отлично. Так, как мне в инвентарь-то его посадить? А, вот у меня инвентарь. Угу, верстак. Что же мы должны делать-то, по сути, дальше? У нас есть верстак. Я бью верстаком людей. Я не хочу так делать. Вот, верстак. Отлично. Так, и что мы можем делать на верстаке? Где у меня верстачный? Как мне его юзать? Давай, юзай верстак. Во, верстак, отлично. Так, палочка. Как мне сделать какую-нибудь, не знаю, деревянную кирку? Вообще, это возможно в этой игре? Я ведь не знаю, я ведь нуб. Как она должна выглядеть? Черт, надо было, наверное, изучить крафтовые рецепты перед тем, как что-то начинать делать. Ой-ой-ой, палки, вы что? Ладно, может быть, здесь надо просто мне для начала найти камень. Да, давайте докопаемся, попробуем до камня докопаться. Из камня мы точно сможем сделать себе кирку. Вот он немножко камня. И он нам поможет. В принципе, ребят, то же самое, что и Майнкрафт, Террария, только не нужно ничего покупать. Просто переходим по ссылочке и играем. Я думаю, все очень просто. Так, это у нас что? Это у нас вообще камень или нет? Может быть, какой-нибудь пепел. Так, грязь. А что я... Вот я что подобрал? Ничего, я просто их разрушаю. Я даже ничего не подбираю. Как-то это, блин, не круто. Я-то думал, все-таки не просто так я здесь копаюсь. Давай, разрушай. Что это? Это серебро какое-то. Как нам сделать кирку? Блин, ребят, я не знаю. Я не знаю, как нам в этой игре сделать кирку. Самую простую. Да, что-то даже вообще ни черта не подбирается. По-моему, это глюк какой-то. Как вы считаете? Мне кажется, это какой-то глюк. Потому что все-таки должны подбираться ведь эти угли, камни, там еще какая-то прочая хрень. У меня есть гриб. Кому? Кто хочет, чтобы я ему подарил гриб? Ни хрена себе! Вот это опасность. А здесь, по-моему, темно. Слишком, чересчур темно. Давай, грязь. Ну и что? Двойного прыжка нету даже. Черт. Как же я без двойного прыжка-то отсюда теперь выберусь? Давай, свинка, давай. Кстати, скины можно вначале выбирать, их там очень много. И я решил скин порося выбрать. Давай, разрушай. Отлично, я смогу теперь отсюда выбраться. Я буду жить и гнать велосипед. Так, как мне сделать факел? Да что это у нас, песок? Что это? Гравий, отлично. Но зачем он мне нужен, я не знаю. Так, это мы в какой-то типа пещере, да, я так понимаю?
Окей, пещера так пещера. Чирк, чирк. Какая странная пещера. Я буду гравием тебя бить. Буду гравием тебя бить, земля так гребаная. Что-то, мне кажется, это глюк какой-то, то, что не подбираются камни. У-у-у, нет, там слишком темно. У-у-у, нет. Так, а может быть, я не знаю. Давайте вообще разобить. Нет, не хочу разбиваться. Я не хочу разбиваться, я слишком долго прокачивался до этого результата, до сбора 12 палок. Это же охрененный результат для человека, который, скажем так, впервые играет в Майнкрафт с винкой. Да. А вот кто-нибудь из вас играл уже в Майнкрафт с винкой? Он, наверное, еще и хрючить умеет, если на какой-нибудь там пробел нажать. Так, как нам теперь отсюда выбраться? Я знаю как. Мы сейчас будем делать вот так вот. Ну давай, ставь грязь. Мы будем себе сейчас делать мостик. Класс, это же Майнкрафт. Здесь можно делать бесконечные башни. Это круто. Это круто, это Майнкрафт. Да, детка, это Майнкрафт, и там даже трава уже растет на одном из блоков грязи. Так, ну смотрите, а там вон лимоны. Лимоны, лимоны, лимоны. Я же забыл совсем, здесь же кушать еще надо. Лимон. Ну-ка, я хочу скушать лимон. Лимон, давай. О, скушал. Отлично. Так, а как мне остальные лимоны это раздобыть-то, собственно? Ну и... Почему дерево не падает? Я не понимаю, оно же должно падать. Даже... Это же как так-то? Это же нелогично. Дерево падает, я тебя прошу. Нет, оно не хочет этого делать. Дерево, по-моему, со мной вообще не разговаривает теперь. Оу! Что, дождик? Мать его, дождик. А, черт. Да, странная карта. Странная, мать ее, карта. Что, снег идет? Я бью лимоном дерево. Да, вот уж никогда бы не подумал, что буду бегать какой-то свиньей и бить лимоном дерево. Что, почему? Зачем ты свинье лимоны? Давайте кушаем один лимон. Нет, не хочет, он не хочет кушать. И дерево у нас есть. О, я могу посадить здесь. Вот, деревья маленькие. Отлично. Потом добывать с них опять... как называют? Ну, дерево добывать из дерева, в общем-то. Могу потом его спилить, и у меня все будет круто. Так, ну а как же нам в итоге-то сделать кирку? Где-то у нас там был уже наш верстак, где-то на нем надо делать кирку. Так, вуд. Давайте из вуда сделаем вуд планки, да? Вот так вот. А, вот планки. Ой! Ой, волк! Волк зубами щелк! Твою мать, ты откуда ты здесь взялся? Как пошел вон, у меня тут стена. Все, не пройдешь, волчара. Че, все, да? Встрял? Встрял, иди-ка сюда. На, пощам, на. У-у-у-у-у. На, ты, сука. На, сука. О, опыт мне дали, опыт за волчару. Сволота, блин, это видите ли. Решил пуховика съесть. Ага, я сам сейчас съем. Воу-воу-воу-воу-воу, друг, что ли, твой? Эй, друг. Вот, где тут стена? Вот тут будет стена. Ты не будешь перепрыгивать, я надеюсь. Волк, волк. Заяц, волк, иди сюда. На тебя в пятачину. Эй, друг, друг, волк, иди сюда. Друг, волк. Заяц. Блин, ну как-то без кирки-то совсем стрёмно. Здесь что, снег уже лежит? То снег, то трава. Это погодные условия очень не сбалансированы. Все, я замочил еще одного волка. Блин, что с этой землей не так? Что с этим миром не так? Больной безумный мир. Это песок, да, по-моему? Да, песок. Из песка можем делать стекло, но нам нужно сделать печку, как я понимаю. Чтобы сделать печку, нам надо хотя бы камни найти, но он почему-то здесь не находится. Ну давай, может быть, ты камень. Я семенами бью камень. Надо их куда выбросить их. Отлично. Что я подобрал? Что я подобрал? Я ничего не подобрал, ну как так-то? Как так-то? Как мне сделать самую простую кирку?
Давайте-ка еще раз попробуем здесь поставить. Как его зовут-то? Крафтинг тейбл. Wood planks. Так. Нет, не то. Светка получается. Так. А кирку как мы можем сделать? Блин, странная эта хрень. Под названием крафт. Я не знаю. О! Отлично! Наконец-то я же знал, что ее можно. Знал, что ее можно скрафтить. Отлично, кирка у нас теперь есть. Давайте добывать уголь. Вон, я вижу там уголь. Мы сможем теперь себе факела наделать. Отлично. Отлично, раздобыли уголь и что-то еще. Сейчас посмотрим, что это у нас. Кстати, за копание здесь дают опыт. В Майнкрафте ведь вроде тоже так, да? Флинт. Это кремень и уголь, да? Уголь наверх, палку вниз и получаем факела. Супер. Все шикарно. Так, лимоны пока уберу. Гравий, наверное, тоже нам не нужен. Грибок тоже. Давайте-ка, наверное, вернемся к нашему верстаку. И сделаем еще себе топор. Так. Как топор сделать? Блин. Кирка. А, вот киянка какая-то. Вот, топор. Давайте вот сюда. Эти два топора сразу. Раз топор. И один запас топор. И кирочки делаем себе. О, лопата, кстати, тоже нам лопата пригодится. И кирку. Отлично, все, мы теперь вооружены. Кстати, можно же ведь еще и меч сделать. Давайте-ка палок понаделаем. Так, нужно срочно нарубить дров. У нас мало очень дров. Давайте вообще вниз копаться, что мы тут... Что мы тут, собственно, забыли. Что-то хреново копает лопата. Ну вот землю она нормуль добывает. Да, по-моему, я кулаками быстрее копал. Хотя хрен его знает. Что-то вообще, по-моему, ничего не добывается, да, лопата этой? Да, ни черта не добывается, а почему? Даже предположить боюсь. Почему оно так все плохо? Давай, уже копайся, прокапывайся, друг. Тебе нужно прокапаться, друг. Ты слишком устал, прокапайся. Кстати, там вот справа вода, по-моему. Да, справа вода, определенно. Мы можем сейчас, наверное, попить. Извозюкаться в ней, кстати, эта вода ведь в грязи получается. И мы как настоящая свинка можем там купаться. Получать от жизни удовольствие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, вода потекла, отлично. Привет, вода. Хрю, 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 вода. Супер, физика просто на высоте. Ну, ребят, в общем, что? Примерно такая вот игра. Тот же самый Майнкрафт, рецепты, я так понимаю, те же. Только двухмерный. Можете в креативе тут что-то создавать. Если вы не знаете, что такое террария, то для начала поиграйте в эту игру, а потом уже покупайте террарию. В общем, как-то так, ребят. С вами был Пуховик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего, пока-пока. Если холодно зимой, покупай ты пуховик. Если денег до хуй, покупай ты пуховик. Он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись.